Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Оба. Нашел тут двухуровневую квартирку 2 плюс 1 под ключ. С очень хорошей мебелью. Проект со всей инфраструктурой. Даже есть крытый бассейн. Горки. Открытая парковка снаружи. Зона барбекю. Детская площадка, беседка. Сторона здесь восточная, а также южная. Расстояние от этого проекта до моря 1570-1620 метров максимум. Тут у нас находится центральная больница Алания, государственная. Так, балконная мебель. Угу. Тут света нету, потому что абонемент еще не получен на квартиру. 160 квадратных метров брутто, 130 квадратных метров жилая площадь. Высокие потолки. Бытовая техника вся фирмы Бека. Я сразу скажу вам цену, дорогие зрители. Здесь цена, короче, 179 тысяч евро. Есть торг. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Некоторые пишут, почему я цену не говорю в начале или в конце. Ну, для просмотров, чтобы смотрели до конца, смотрите. Так что сказал цену в начале, но смотрите до конца. Итак, далее. Гостиная. Качественная мебель. Телевизор фирмы High Level. Бытовая техника вся Бека. У нас вход с верхнего этажа, четвертый этаж. Покажу я вам лифт. Вот такой лифтик у нас. Проект был сдан в 2019 году. Первый санузел. Использованы качественные стройматериалы. Сюда можно поставить цветочки, аксессуары. Люкс, шмокс. Так. Первая спальня хозяйская со своим санузлом. Второй санузел. Ага, полностью, скажем, дизайнерская. Работа дизайна, потому что, видите, все установлено. Тут есть балкон. Да. Тут у нас балкончик. Третий санузел. Дорогие друзья, три полноценных санузла. Проточный нагреватель Veito Electronic. И вторая спальня. Тоже здесь где-то 14 квадратных метров. Угу. Давайте я вам ее отмерю. 12,5 или 14. Так. Так будет сложно отмерять, но постараюсь. 14 квадратных метров, дорогие зрители. Видишь, квазалмаз. Сниму обувь, чтобы на ковер не наступить. Хорошие шторы. Шкаф, кондиционер фирмы Бека. Еще раз говорю, цена 179 тысяч евро. Есть торг. Район Оба.
Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Маркеты, рестораны, даже государственная больница. Поднимемся наверх. И оттуда спущусь, я вниз покажу вам инфраструктуру. Айдат здесь на данный момент 250 лир, но сделают 400 лир, дорогие наши зрители, подписчики и те, кто еще не подписались. Подписывайтесь. Вышел я во двор. Блин, двери закрылись. Там с лифта спустилась, прямой вход. Здесь пандус наверх и прямо улица. Беседка. Под ней есть инфраструктура. Также инфраструктура в той стороне. Там крытый бассейн, хамам, сауна. Многие отдыхают. Тут тоже пандус. Вот дорога. Открыта парковка с этой стороны и с той стороны. Вот магазин. Сеть магазинов ШОК. Аптеки. Это здание у нас поликлиника. Стоматология. Вот все там есть. Я сейчас пройдусь, спущусь вниз. Тут несколько блоков. 5 или 6 F-блок вижу. Открыта парковка здесь у нас. Есть генератор. Ну, комплекс. Оп. Со своей хорошей инфраструктурой и большой территорией. Фасад здания. Также вы можете спуститься по лифту вниз и отсюда выйти к бассейну, к этой инфраструктуре. Тут люди, не буду снимать. Вот детская большая комната. Тут зона отдыха. Открытый бассейн. Джакузи, как бы. Санузлы. Сауна. Работает. Ух, горячо. Вот. Здесь римская парная комната. А, джакузи, дополнительно. Это фитнес. Вот открытый бассейн. Дополнительно они сделали еще джакузи. Так. И вот джакузи. Дорогие зрители, цена квартиры 179 тысяч евро. 3 раза уже в ролике сказал, так что желательно написать про то, что я цену не говорю в ролике. Или говорю в середине, в конце. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, звоните по номеру +90 555 064 91 10. С вами была Касси, Солнце на Лане, район Оба.